ребят, меня зовут Пози, и добро пожаловать на самые просматриваемые шорцы среди игр на Ютубе. Сегодня мы посмотрим на самые популярные видосики, которые собрали миллионы миллиардов просмотров. А также постараемся быть в тренде. Йоу! А также мы сегодня будем выполнять «Попробуй не засмеяться» челлендж. У тебя и у меня есть 5 сердечек. Каждый раз, когда ты будешь смеяться, ты будешь терять одно сердечко. Досмотри этот ролик до конца, и в конце видео напиши, сколько сердечек у тебя осталось. Ну и начнем мы с вами, пожалуй, с скибиди туалет. Это самый странный тренд, который я встречал за последнее время. Ролики собирают сотни миллионов просмотров, например, 141 миллион просмотров. Давайте-ка глянем, что это. Так, чувак кого-то сожрал. Толчки клюют камерамена. Ух ты. Это экшон от первого лица. По-моему, это достойно Оскара. Ёлки-палки. Стоп, я посмеялся. Ладно, нет, челлендж начинается прямо сейчас. Пау! Ух ты, ё-моё. Гигантский камерамен. Это гигантская веб-камера. А, нет, это колонка, сабвуфер. Окей, прошу прощения, ошибочка. И все начали резко флексить. Что происходит в этих видео, я совсем не понимаю. Еще один ролик собрал 128 миллионов просмотров. Сезон 6, все эпизоды. Это, видимо, самая долгая серия. Она идет 59 секунд. 4,8 миллиона лайков, о май гад. Это чувак из Контры. Я его сразу узнал, из CS 1.6. А это все челики из Half-Life. Ого, паука-туалет. Это что-то новенькое. Вау, это, видимо, босс. Финальный босс, с которым будет идти сражение. Смотрите, теперь он уничтожает город. Видимо, у этих скибиди-туалетов даже есть какой-то сюжет. Я, конечно, сильно не погружался, но, может быть, кто-то из вас шарит. Напишите об этом в комменты, есть ли сюжет у этих анимаций или нет. Аплодисменты! Так, он продолжает уничтожать город. Это, видимо, пришел чувак, который будет противостоять ему. Бесконечное противостояние скибиди-туалетов и камераменов. Боу! Разлетелся! Я по-прежнему не понимаю, как это собрало 129 миллионов просмотров. Почему это так дико форсится? Может быть, из-за музыки? Что я вижу? Ролик вышел совсем недавно, 11 дней назад, 58 миллионов. Я думаю, стоит глянуть, конечно же. О нет, что они делают с ним? Они пытаются отгрызть ему руки. Демонтируют камеру. Нет, только не камерамен. Мне почему-то стало даже его немного жалко. Ага, нет, они что-то вживили ему в камеру, окей. И он вырубил оператора. Так, появляется другая голова, и теперь этот монстр сидит на туалете. Он мне чем-то напоминает Венома. Да, это, видимо, камерамены, которые начали уничтожать своих же. Что? Это потому что маленькая голова вселилась в него. А как тут появилась гигантская колонка? Что-то я как-то упустил этот моментик. Хорошо. Его сейчас уничтожат. Его, видимо, пытаются подорвать. Он собирает все свои силы, чтобы сделать супер выстрел и уничтожить колонку. Ну а теперь он уничтожает нас. Это было... Со смыслом. Давайте посмотрим скибиди туалета с других каналов. Грустная история скибиди туалета. 48 миллионов. Чувствую я, что мы сейчас с вами посмотрим нереальный кринж. О божечки мой. Пришла семья скибиди туалетов. Они плачут у могилы. Погибшие скибиди туалетовши. Что я смотрю вообще? Спустя 20 лет. Теперь они говорят большое спасибо. Я ничего не понял, это просто ужасно. Скибиди туалет, зомби-ловушка. 1,6 миллионов лайков. Так, ну тут анимация, знаете, такая более бюджетная, я бы сказал. Так, зомби-вирус, который пытается поработить все камеры. Колонки, опа. Хороший правый удар был. Закрыл в клетку туалеты. Конец. Я в таком шоке, вы не представляете. Скибиди туалеты 7. 48 миллионов просмотров. Я должен начать загружать подобные ролики к себе на канал. Маленький скибиди туалетик. Он играется вместе со своим отцом. И он его хоп запульнул куда-то. Улетел далеко. Нет, этого не произошло. Ладно. Короче, батя скибиди туалет веселит ребенка скибиди туалета. Появляется злобный камерамен. И запуливает ТНТ.
неожиданный поворот. Теперь понятно, почему появилось вечное противостояние камераменов и скибиди-туалетов. Давайте еще немного посмотрим испанского стыда. Скибиди-туалет Майнкрафт. Он кинул алмаз этим туалетиком. И такой вот. И отправил поцелуйчик жене этого мужчины. О, она его оставила. Она уехала вместе с этим незнакомцем. 5 лет спустя он ее выкинул на дороге опять. Извини. И он ушел вместе со своей женой камерой. Простите. Я засмеялся, я потерял одно сердечко. Но, по-моему, оно того стоило. Только что я увидел драму 2023 года, которая обязана получить Оскар. Ну, а теперь переходим с вами в категорию Майнкрафт. Самый популярный ролик собрал 191 миллион просмотров, 126 миллионов просмотров. И это все ролики, которые вышли за последние 6 месяцев. Фейл 52% Майнкрафт. Так, давайте глянем. Чувак в маске. What? Гуляет по деревне. Он ломает камень. О, тайник! А, так вот откуда идет этот звук. Спасибо, песик. У них тут своя атмосфера. Беги! Беги, чувак! Спасайся! Он, кстати, вообще ничего не комментирует. Он просто кивает головой. Так, он открыл новый подвал. И тут тоже кто-то будет его ждать. Тайник за тайником. Он собирается прыгнуть в лаву. Так, сейчас он возьмет себе незеритовую броню и пойдет отомстит этим ребятам, которые устраивали вечеринку. Возьмет незеритовый меч и... В чем справедливость этой истории? Он спускается к ним в бункер. О, а их уже убили. Кто это сделал? Херабрин! Майнкрафт Underground House. Может быть, это какой-то интересный туториал, с помощью которого мы сможем с вами узнать, как построить подземный бункер в Майнкрафте. Так, 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 так. Он делает какой-то крест. Как будто бы он собирается сделать сейчас не то, о чем я подумал. Так, ладно, заставляет все это дело булыгой. Сможешь ли ты построить такую конструкцию? Нет, я не смогу такое подстроить. Зачем меня об этом спрашивать вообще? Ну вот, сейчас, по идее, это все преображается. Ставит полублоки. Обсидиан. Портал делает интересный. Книжные полочки, сундучки. И все, он из этого домика больше никогда не выйдет. Высаживает семена. Оцените эту постройку от 1 до 10. Я думал, что здесь будет что-то еще более такое, знаете, эпичное. 100 миллионов просмотров, ребят. Если вы умеете классно строить в Майнкрафте и записывать подобные машинимы, записывайте и выкладывайте это на YouTube. Таким образом, вы соберете много миллионов просмотров. Я оценю эту постройку на 5. Ладно, 6 из 10, потому что я бы так точно не построил. Майнкрафт RTX 185% реверс. Ролик задом наперед, я правильно понимаю? Стив, очень реалистичный, видя овцы, кушает траву. Подбегает овца и такая... Опа! Ничего не выпало, к сожалению. Хотя должны были выпасть штаны, ведь из овечек в Майнкрафте выпадает шерсть. Хо-хо-хо! Это самая кликбейтная картинка, которую я видел. О май гад. Майнкрафт RTX 187%. Вот так бы выглядел житель в реальной жизни. Какой у него огромный нос. Вау! Слушайте, а по-моему, эта графика вполне походит на... графику из какого-нибудь фильма. У этого чувака явно талант делать такие реалистичные видосы. Это выглядит реально эпично. Вот это мне нравится. Этому я даже поставлю лайкосик. Ах да, и вы тоже поставьте лайк мне под видео. Мне будет очень приятно. Dream Noob Pro. Dream — это такой майнкрафтер, который делает мега эпичные челленджи, паркуры, побеги от всяких других игроков. Короче, супер профессиональный игрок. Давайте посмотрим, как будет проходить паркур нуб. Что так нуб будет проходить паркур? Ну, по-моему... Это не уровень нуба. Это уровень профессионала. Он добрался до дома, это самое главное. Дальше он себя запуливает на батуте и попадает на алмазные платформы, которые вращаются. Как они это сделали в Майнкрафте? Конечно же, с помощью мобов. О, модов. Не мобов. Тут криперы точно не помогут. Так, нажимает на кнопку и падает вниз. А, это так про уже проходит, это уровень про. А теперь уровень дрима. Здесь повсюду лава, повсюду препятствия, которые могут тебя сбить. Блин, я походу засмеялся разок. О май гад, сам пошутил, сам посмеялся. Я только что это анализировал, ребята. Не подумайте,
Ну, по-моему, я получил только что минус одно сердечко. Что ж, это достаточно эпичное прохождение. Набрало 2 миллиона лайков, вполне заслуженно. RTX 190% Hide and Seek! О, это тоже реалистичная анимация от этого же чувака. О, это тот самый новый моб, которого добавили в Майнкрафт. Она двинулась, она сделала так, и поэтому он ее спалил. Самое главное, когда ты находишься возле этого монстра, не двигаться. Блин, я просто поражаюсь этой графике, а. Вот так бы выглядела Алекс в Майнкрафте, если бы она была реалистичной. Ну а дальше идет у нас кринжик, так скажем. Sigma Squid Game. Приправим это все порцией кринжа. Не двигайся. Ноу! Этот чувак явно уже в штаны надел. О, его схватили. Он его спас. А это был его враг. Вот такой должен быть сюжетный твист. Они должны сделать вот так. Или вот так. Хватит Майнкрафта, давайте посмотрим игры в реальной жизни. О, тут ролик собрал 280 миллионов. Это игра в кальмары в реальной жизни. Игра в кальмары до сих пор хайпит, для меня это удивительно. Так, прыгают по коробкам. Ага, они, видимо, должны получать подарки с этих коробок. Так, а, нет, 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 я понял. Есть ли там блок или нету блока? Так, прыгай вперед. Ля, да ты хорош, теперь прыгай, прыгай сюда. А, надо было прыгать прямо. Что, они же знают, где находятся теперь какие блоки. Так, сюда прыгай. Но тут еще важно удержаться. Серьезно, ты же видел, куда он прыгал. Почему ты прыгнул направо? Это абсолютное безумие. Это все постанова! Ладно, давайте досмотрим эту постанову. Так, он уже упал вниз 100%. Идет вперед, так. Идет сюда, и теперь куда он прыгнет? Ну там же видно, что нужно прыгать было налево, там бокс. Запечатанный. Если вы сейчас присмотритесь, то увидите, что последний блок, его даже видно. Так, и вот этот чувак, видимо, прошел весь этот паркур. О май гад! Ты справился с этим. И теперь он получает все деньги, он богат. Он получил целых 100 долларов по одному баксу. Этого ему ни на что не хватит. Марио против Луиджи. 100 миллионов просмотров. Кто же выиграет? Бесконечное противостояние Марио и Луиджи. Я думаю, что Марио. Так, сколько за раз ты сможешь лопнуть? Одинаково хорошо. Они братья, поэтому они будут держаться на равных. Так, ух ты! Луиджи тут даже немного выше поднялся. Так, запаркурил. Вы что, сейчас по стенам начнете бегать? Давай, Луиджи! Финальный рывок! О май гад! Луиджи победил, блин! Это очень неожиданно. Паркур по стенам в реальной жизни. Так, получится ли у него так же спуститься, как в Марио? Эй, чувак будет сейчас мне объяснять про гравитацию. Давай, у тебя получится. Ух ты, ух ты! Я думал, этот чувак физик, а он паркурист. Паркур 2023. Майнкрафт против реальной жизни. 68 миллионов. Он отправляет собачку в ад. Он открыл портал. А тут должны начать вылезать демоны. Гасты. Фу! Эпичное зрелище. Вроде как я уже ушел от Майнкрафта, но все равно это все так же эпично. Мне кажется, было бы неплохо, если бы в Майнкрафте вышла бы такая версия, суперреалистичная. Это абсолютно новый уровень. Ice Cream Real Life Game Ever Fix. Они кушают мороженое. Кто больше сберет мороженого? Что я только что посмотрел? Что я только что посмотрел? И как это собрало 30 миллионов? Много вопросов, мало ответов. Игровые глюки в реальной жизни. Так, разбивает яйцо. О, сразу много яиц. Это дюб. О, он заглючил в стене. Тебе нужно перезагрузить интернет. Блин, все вылезло. Он сам превратился в яйцо. Ого, куда пропала сковорода? Это ж в какой игре могут быть такие глюки? В каком-нибудь PUBG или что? Ну а теперь настало время Роблокса. Ну конечно, куда же без Роблокса? Тут не так много популярных роликов, которые собрали больше 100 миллионов. Точнее, я их вообще не нашел. Я нашел ролик, который собрал 73 миллиона. Как встретить Джека? Roblox Doors анимация. Ту-т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 у. Это такая классика. А? Ребята, видели? Там лайкосик появился. Нужно поставить лайк.
Оу! Скример в шкафу. Он ж туда не может забраться. Не по-настоящему, нереалистично. АСМР видео про Roblox. 43 миллиона просмотров. А, это глаза из стены которые, да? А, нет, это другой чудик. Окей, прошу прощения. Амбиш, вроде так его зовут? Я бы не сказал, что я круто разбираюсь в Roblox Doors, поэтому можете меня немного поправить. Оу, щищ, от этого чувака я убегал. На самом деле, реально приятный звук. А вот это было не очень приятно. Так, ну и последний чувак, от которого мы с вами устраивали паркур. Который падает в пропасть в самом начале. Roblox радужные, друзья, в реальной жизни. На заднем фоне еще фонг играет. Это не смешно, но я посмеялся. Ломаю правила Роблокса до того, как меня забанят. Получить бан в Роблоксе это не очень-то приятно. Я с этим сталкивался много раз. Мне постоянно банили мой Роблокс аккаунт. Чувак реально получил бан в Роблоксе. За что? Наверное, потому что он сделал себе... Оу! Он сделал себе задницу! И за это его забанили! А, он еще это опубликовал в Роблоксе! Самый нелепый способ получить бан, о май гад! Ладно, это был достойный смешок, еще минус одно сердечко! Переходим с вами к GTA 5! Да, я сегодня собираюсь пройтись по самым популярным играм. GTA 5, эпичный Water Rack Dolls! 127 миллионов просмотров. Так, Человек-паук спускается на платформу. Человек-пук. Он собирается скидывать других спайдерменов. За что ты с ними так? Новые части Человека-паука уже не те. Мультиверс, как говорится. Я чуть не засмеялся, простите. Он теперь просто скидывает миньонов. Блин, этот ролик снят за 15 минут. В прямом смысле этого слова. Что после просмотра таких видео мне кажется, что я трачу свою жизнь впустую. Я, по-моему, не смогу пройти этот челлендж до конца. Оставьте меня, пожалуйста, идите без меня, смотрите этот ролик без меня. Он скидывает цветных халков. YouTube 2023. Красного халка скидывает. Зеленого халка. Халка из Индии. Ну и, конечно же, халка викинга. Он упал вместе с Халком Викингом. Нет! Новой части Человека-паука не будет. Вот поэтому. Человек-паук не умеет пользоваться паутиной. GTA 5 Железный Человек спас льва. Бедный львенок. Ноу! Человек-паук вырубил какую-то женщину, битый, и увез маленького львенка, Симбу. Спаси моего друга. Железный человек мыл там машину. Они вместе тусуются на вертолете, им весело. Джамба-джамба-ба-ба-ба-бам! И железный человек с пулеметом вырубает Человека-паука! Фу! И под эпичный взрыв уезжает вместе со львом. Что, блин, здесь происходит? Так, здесь тысячи видосов, как Человек-паук скидывает другие модельки. И все они собрали по 100 миллионов. А кто-то говорит, что GTA 5 больше не актуально. О, еще как! Сколько миллионов просмотров? А, нет. Это Халк-женщина. Что это было? Это не стоит показывать на Ютубе, мне так кажется. Боу! Все, она полетела. Так же, как и Человек-паук. Это злобный Веном все сделал. Халк рушить! Халк уничтожать! Халк рыдать! Халк не хочет жить! Халк приземлиться! Его спасти злобная бабка! Все, с меня хватит. Большое вам спасибо за просмотр. Я потратил все сердечки. Если вы смогли досмотреть этот ролик до конца и у вас остались еще сердечки, напишите об этом в комменты, сколько сердечек у вас осталось. Поставь лайкос, если он хоть чуточку поднял тебе настроение. И увидимся с тобой в следующих видосах. Адьос.